Приветствую всех зрителей канала в игрушке Триал 2. Так, что у нас? Пора научиться подъем на крутые склоны. При таком восхождении особую роль играет центр тяжести машины. Вы полностью наклонились вперед во время восхождения. Продолжайте удерживать, чтобы наклоняться вперед изо всех сил. Так, недолго отпускать его кнопку. Так, понятно. А теперь попытайтесь проехать с тремя разными подъемами. Ничего страшного, если не получится с первого раза. А, вообще, как бы, как нечего делать. Так. Зараза. Да давай. А, серьезно? Блин, можно было бы, ладно. Да, что ж ты делаешь-то? Отвыкаешь от игрушки, я ее не так часто прохожу, и по большей части просто для разнообразия. Чё, ты обещали же три. Я вроде как только два прошел. Так. Обучение 5. А почему обучение? Я же вроде на среднячок там проходил. Так, я что-то... Кажется, я обучение зря пропустил. Ну да, и здесь мы упираемся. Пик, что-то я не шарю. Так, можно тогда начать заново? Отскок. Эта техника позволит прыгать дальше, чем обычно. Освоить такие прыжки очень важно, потому что большинство раз... Чтобы освежить подскок, нужно вернуться назад, затем разгоните мотоцикл. Быстро прыгнитесь вперед. Четыре раза. Так. Как-то мне не совсем зашло. А, там тут есть прочитать задание. Так, максимально отклоняемся назад. А что за фигня? А, нифига себе! А я-то думаю, здесь нет сложности. Но, блин, получается, я где-то что-то все равно не до конца делаю правильно. Ну, почти. Давай, не подводи. Ох, великолепно, он там шею, походу, проломил себе. Просто пополам. Да, блин, зараза, не то. Так, отклоняемся назад. Да ну, блин, ну ты чё? Ну мы же почти уже научились. Что ж ты? Зараза. Блин, из всех проб только один раз получился нормально. Ну, сейчас как бы уже лучше, но тем не менее. Не успеваю просто повернуться, потому что здесь поворот происходит в несколько этапов. То есть несколько раз нажимаете на стрелочку, и каждый раз это одно отклонение. Блин, он так смешно бьется лицом. Я думаю, что шлем там вообще даже близко не спасает. Еще бы как его Fatal 2 можно было. Выбрасывать водителя вперед. Да ну нет. Опять нет. Блин, тупо не успеваю. Хотя, скорее всего, просто что-то делаю неправильно, потому что как-то же люди проходят такие вещи. Это что сейчас было? Ты как это сделал? Тут даже я не понял, что произошло.
Ну, здесь легко было. Так, здесь, скорее всего, нам надо спуститься. Блин, прикольная тема. Блин. Было бы смешно, если бы он сейчас еще перекатил сюда. О, не-не-не-не. Что делаешь? Ладно, здесь уже без вариантов. Так, ну это классно. Мне это понравилось. Пришла пора научить вас самой важной технике прыжков в этой игре. Маятнику, если поскольку я скажу. Прыгнуть выше. Вперед, затем до упора разгоните мотоцикл перед самым краем ската, быстро откиньтесь назад, а затем сразу. Чтобы, конечно, сперва полностью наклоняемся вперед, разгоняем мотоцикл назад. До упора вперед. Запомнил, это нифига не маятник был. Ты уверен, что это тебе нужно? Может, лучше вот так? Зараза, нет. По-моему, это был маятник. Только не в том виде, в котором нужно. А, ну в принципе да, я понял, что я должен сделать, но... Слишком долго поворачивать этот байк надо. Не байк, водителя. Какая офигенная тема. Так, до упора вперед, доезжаем до края платформы, нажимаем назад. И нифига не запрыгиваем. Ух ты! Как ты это опять-таки сделал? Ну блин, этого не хватает все равно. Вроде бы простенькая игрушка, а тут еще какая-то физика есть. Подготовимся. Так, точно, я же отпускал во время. Один хрен не помогает. Так, подождите секундочку, где моя мышь? Здесь это показывали, что я нифига не понял все равно, ладно. Так. Блин, еще раз покажи, как ты это проходишь в самом начале. Здорово. Так, а он нифига же не в полете делает до края платформы. Да, блин. Так, нет, в обраточку. Ну, почти, почти, уже ближе. Я так понимаю, что сегодня не так много у нас уйдет. Точнее, в одной серии будет заездов.
Блин, он бьется там. Ни хрена себе. Это просто из разряда, вот как ты делаешь, но не понимаешь, как это произошло. Да, практически. Так, полностью наклоняемся. Слишком хреново получилось. Мне же это все потом еще как он до сюда добрался. Потом все это еще ведь нужно будет реализовывать на практике. Но я практически финишировал. А, все, до меня дошло наконец-то. Надеюсь. Но это не точно. Мы предположим, что у нас дальше. А, сейчас реализация всего этого. Ах ты, блин, красава. Причем здесь и особо-то не дается вам никаких плюшек за то, что вы тут крутите всякую всячину. Почему легкая? Было написано, что это легкая трасса. А, блин, не успею. Так, судя по всему, здесь уже... О, блин, прикольно, прикольно, да, я раньше не знал этих вещей, то есть как бы... Очень давно в детстве я ее проходил, в школе, в школьное время, но всей этой фигни как-то не помню. Он точно дальше проходит? Вроде как я среднюю проходил, а здесь легкая вторая. Ты давай, короче, время ты не разложишь мне тут. Такие прочные коробки. Так. Блин, я думал, он сейчас шатнется, там вон эти стояли баллоны, не баллоны, покрышки на какой-то полочке. Давай дальше сразу же. Мне такое ощущение, что я это уже проходил. Конечно, могу ошибаться, но... Возможно, что там надо было вручную выбрать, стоять. Извините, пожалуйста. Так, не-не-не, давай чуть назад. Слишком опасно. Наклон слишком большой. Да, блин, да хорош, ну... Если ты это уже проходил, то не позорь. Блин, вот сейчас был этот трюк, который мы изучали, какой-то из трюков.
Идеально просто получился маятник, по-моему. Ой, это все, это сразу на больничную койку в лучшем случае. Да ты ж зараза, а? Вот почти, вот ведь, ну, вот, ну совсем чуть-чуть, ну что ж ты... Так, погоди, меня немножко смущает. Нет, трасса, обучение легкое. Почему легкое? Насколько я помню, я вот здесь был. Как я вообще опять-таки на обучение вылез? Прости, братишка. Да, блин. Так, ты этого не видел. Есть. Так, есть опять-таки. Ну ладно, я оставлю это все, потому что... Не буду заново. Снимай все это дело. Ах ты какой. А ну-ка покажи, чему научился. Это фигня падает. Ох, опасно, опасно. Здесь со скорости не пройдешь, скорее всего, просто потому что траектория не та. Это башкой об лампочку не шлепнется. Так, погоди, погоди. Красава. Так, стоять. Вот здесь вот как раз таки нужно будет. Это что, это белочка? Что бы она здесь делала? Так, дальше. Ни хрена себе, как могу. Так, а где ты начинаешь? Где нужно начинать, там и начинаем. Так, максимально отклоняемся вперед. Не то. Так. Это я не шарю. Зараза, перетянул. Да давай. Там опять эта белка сидит. Да блин. Теоретически я должен здесь мало газа использовать. Давай, давай, давай. Найдешь. Мы с тобой вместе. Все получится. Мне это напоминает эту игрушку. Как же он? Симулятор молотка, что ли, был? Там чувачок в котле залазил наверх. Как я залез первый раз? Не первый, ну один из, который прям вот до конца почти. В принципе, чтобы проходить эту игру, достаточно понять ее физику. То есть там каких-то умений, ну я практически с нуля. Если там взять, что я проходил ее когда-то, пусть даже. Но этих знаний не хватит.
для того, чтобы сейчас там как-то полуидеально, идеально или просто хорошо проходить. Больно. Делайте это упражнение только там раз, и спина болеть не будет, да. Да что ж ты. Я тоже понадеялся. 71 перелом. Вроде как не так много мы с вами здесь на этой трассе сделали. Да давай. Да ты же зараза. На 4. Не-не-не, не торопись здесь. Да просто дотянул уже. Это уже даже не прохождение, это просто симулятор дотягивания. Опять белка. Так, я вроде как должен там опуститься аккуратно. Можно ли считать, что к мотоциклисту пришла белочка? Нет, ублюдок. Да какая же неудача. Так, здесь мы уже научились. А вот дальше. Ага. Ни хрена себе, я думал, ему сейчас столько в грудную клетку просто войдет. Столько угла. Надо было бы крутить, ладно. Вот таким вот образом. О, нифига. Я вас понял. Толпа белок. Так, нет, поздно. Рано. Передержали. О, аккуратненько. Да. Мы с вами едем. Ух ты. Прямиком в следующую серию, потому что в этой серии на этом моменте мы с вами прощаемся.